Многие мировые столицы могут позавидовать паркам Москвы. Это самое любимое место для отдыха. Доступный и простой способ побыть на природе. И большой выбор веселых и полезных для здоровья развлечений. В парке «Сокольники» влюбленные смогут сделать фото на память в электроваленках. Для этого там рядом с уже установленной женской парой смонтируют вторую, мужскую. Они не только красивые, но еще и теплые. Безразмерные русские сапоги подключены к электросети, чтобы пары могли греться и делать селфи. Причем валенки сконструированы таким образом, что надеть их можно, не снимая обуви. Это наш город.